Всем привет, меня зовут Костя Павлов, и это, так назовем, второй сезон фитнеса с Костянычем. Дело в том, что я опять поставил над собой эксперимент. Два месяца я не занимался тренировками, не качался, и решил проверить, насколько изменит мой организм, мое тело отсутствие тренировок. Два месяца, я не знаю, откуда такая цифра, но вот как-то так вот мне показалось, что это будет такой более оптимальный. И вот результат сейчас мы увидим на экранах. Собственно говоря, что мы видим? Что действительно я стал чуть более обрюзший, так сказать, подзаплывший жирком. Но, как видим, вес не то чтобы не увеличился, а он даже уменьшился. Я думаю, это из-за того, что у меня сожглось некоторое количество мышц и прибавился жир. Жир все-таки он более легкий, в отличие от мышц. То есть, например, килограмм жира – это гигантский кусок, да, а килограмм мышцы – это очень маленький кусочек мяса. Так что, в принципе, как бы я могу стать более большим, так скажем, за счет жира. Но мышечную массу я все-таки, как вы видите, потерял. Также что я могу сказать, что за эти два месяца я явно потерял в силе. То есть я даже уже не могу отжаться то мелкое количество раз, которое я хотя бы раньше отжимался. Там раз 20-30 я уже явно не могу отжаться. Не могу поднять тот вес, который поднимал раньше и так далее. Даже стал больше, так скажем, задыхаться, если очень-очень-очень много пройдусь. В общем-то, вот такой вот эксперимент, который я поставил над собой, он выявил то, что без тренировок не прям уж сильно хуже становится в жизни, не прям уж ты сильно начинаешь хуже выглядеть, не прям уж сильно ты заплываешь жиром, но, тем не менее, все это есть и присутствует. То есть, пройди еще месяца два, я еще больше заплыву жиром, да, и еще стану хуже выглядеть. Так что я решил, что все, пора остановиться на этом и продолжить тренировки. Теперь я хочу постараться набирать более сухую массу. То есть, набирать чистые мышцы, я очень постараюсь это делать, и избавляться от жира полностью. Хочу все-таки хоть раз увидеть кубики на своем животе. Собственно говоря, вот этому будет посвящен второй сезон фитнеса с Костянычем. Также, конечно же, я не забуду вам рассказать о протеине, о белковых коктейлях, о моих новиночках разных. У меня там просто гигантская куча всех этих банок, всяких пакетов и так далее. Я знаю, что большие споры идут между тем, вредно это, не вредно. Также я знаю, что люди, которые не занимаются спортом, не занимаются, так скажем, тяжелой атлетикой, да, не качаются, они, естественно, против протеина, потому что где-то что-то они там услышали. Вот, те, которые качаются, те, которые постоянно занимаются, они знают, что без белкового протеина очень плохо. Белковый протеин – это масло масляное, то есть протеин переводится с английского языка как белок. Вот, собственно говоря, эти споры, я думаю, будут бесконечны, и никому ничего не сможем доказать. Но, тем не менее, я делаю фитнес с Костянычем не для тех людей, которые не хотят заниматься, а для тех, которые как раз-таки хотят заниматься. Поэтому о протеине мы тоже, естественно, будем говорить в этом сезоне. И я вообще надеюсь, что будет много всего интересного. Еще я хочу заниматься с разными тренерами. То есть не с как раньше я занимался с одним, а именно с разными. Смотреть на их методику, то, как они преподносят информацию, и то, выслушав, так скажем, мою историю, да, о том, что я хочу набирать сухую массу, то, как они мне будут говорить, что мне нужно делать, и насколько это будет правильным или неправильным, и в итоге мы все равно придем к какой-то правильной методике, и я, как я уже сказал, наконец-то увижу кубики на своем животе, хоть раз в жизни я должен это сделать. Собственно говоря, все. Вот такие вот мои цели. Вот такой будет фитнес с Костянычем второй сезон, а он уже начался. Всем пока, и я отключаюсь.